Добрый день, дорогие друзья. Я вам сегодня хочу рассказать за огурцы Зятек F1. Видите, вот здесь он представлен у нас в упаковке. Купил я за 9 рублей. На сегодняшний момент это 2020 год, весна. Пришло время посева. Значит, порекомендовали мне такие огурцы, такой сорт. В прошлом году я садил F1 Аякс, ну в этом году решил попробовать другие купить. Кроме Аякса еще и купить Зятек F1. Значит, здесь представлено, что вес 0,25 грамма. Это 9 гривен я потратил. Скороспелый гибрид. Небольшие плоды. Ну давайте посмотрим, что у нас находится в середине и сколько семян. Мне самому стало интересно. Так, что мы имеем в середине? Так, давайте посчитаем, что у нас получается. Так, у нас получается на 0,25 грамма, вот здесь как показано на упаковке, это получается 9 семян. Ну, в принципе, получается по 1 гривна 1 семено. А, не, у нас еще 10 получается. Ну, добавочка, да, одно затерялось. 10 семян. Ну, чуть получается меньше, чем 1 гривна. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.